Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Говорити будемо сьогодні про нашу з вами безпеку і, знову ж таки, про здоров'я. Олександр Пашненко, Юлія Сафронова, запрошуємо до розмови. Ну, окрім того, запрошуємо і до нашого ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або офіційного сайту zp.suspilne.media, щоб переглядати сьогоднішню нашу програму. Запорізькі медики повідомляють, що після того, як випав сніг, побільшало повідомлень про травмування людей. Наприклад, за вихідні тільки в Вознесенівському парку, непристосованому для зимових катань з гірок, травмувалися 4 осіб. З забоями та іншими травмами доставляють до лікарень і запоріжців, котрі послизнулися на льоду. Як вберегти свій хребет взимку та що небезпечніше – вулиця чи все ж таки постійне перебування вдома? Про це та інше будемо говорити із гостем телерадіопроєкту «Між нами» Валерієм Євдокимом. Це лікар, невропатолог, вертебролог. Вітаємо. Здравствуйте. Тож, пане Валерію, як убезпечити себе під час зимових розваг? Які поради потрібно і самим дослухатися, і давати, власне, дітям, котрі взяли санчата або льодянки, зібралися на гірку йти, або, наприклад, люблять з'їжджати з гірки, стоячи на ногах? Будем надеяться, что погода уже благоприятствует снижению травматизма, да, и вот уже в течение нескольких дней будет плюсовая температура, и эта тенденция уменьшится. Но на самом деле, когда происходит вот такая зимняя погода, да, то детский, да, и взрослый травматизм повышается на треть. Поэтому есть предпосылки к тому, что человек может поскользнуться, вероятность вырастает. Прежде всего, надо понимать, как себя вести в такую зимнюю погоду, когда вы выходите на гололед, да, допустим. И тут существуют правила, да, допустим, как лично я это делаю. Если, допустим, я выхожу на улицу, да, я всегда готов к тому, что я могу упасть. То есть, когда человек подготовлен, он уже, для него это не будет неожиданностью. Это первое. Второе. Когда вы выходите, да, надо как бы немного сгруппироваться, да, и прежде всего такая, ну, как бы такая легкая сжатость, да, мышц. То есть это будет как бы уменьшить вашу расслабленность, и вы будете больше настороже. Следующий пункт – это обувь. Должна быть удобная обувь, которая подготовлена к таким выходам. То есть если это какая-то осенняя обувь или весенняя с гладкой подошвой, то, конечно, лучше ее убрать. Следующий пункт. Если вы идете на большое расстояние, да, ваши руки желательно должны быть свободными, чтобы вы не несли груз, какие-то там авоськи, сумки, потому что это тоже увеличивает вероятность падения. Следующая такая рекомендация – не держите руки в карманах. То есть руки должны быть свободные, и как бы, если вдруг будет падение, то это оптимизирует сам факт падения. Следующий факт идти нужно медленно и никуда не спешить, потому что спешка всегда нам только вредит и ускоряет падение. Поэтому если вот выполнять все вот эти рекомендации, самые простые, да, я думаю, каждый из нас их и так это знает, то ми мінімізуємо ризик нашого падіння. Я так зрозуміла з ваших слів, що ви зараз даєте поради, як, власне, рухатися вулицею. А як спускатися з гірки на санчатах? Чи можна кататися, стоячи на ногах? Чи безпечно це? Власне, тим більше, що ми говоримо про хребет. Хребет можна зламати. От в Хмельницьку зараз дівчина 4-річна лежить в комі після того, як проїхала невдало на санчатах, зламавши хребет. Ну, звісно, вероятність падіння дуже висока, і вероятність травматизації і переломів, і повреждення спинного мозга дуже велика. Тому, якщо є можливість ісключити це все, звісно, убирайте. Зачем создавати собі дополнительний ризик, абсолютно не нужний. Здоров'я дорожче. Чи потрібно, чи можна штовхатися на гірці, граючись? Ну, ні, звісно ж, Юля, ні. Чи потрібно санчата вкривати ковдрами якимись? Чи це додатковий ризик для своїх же органів, власне? Ну, це нагрузка, по суті, да, на сам движущийся, на движущиеся сани, поэтому нет, я не рекомендую. И если, еще раз, если есть возможность избежать, да, вот если даже выбирать между санками, есть вот эти тюбы, да, такие большие, круглые, то, конечно, тюбы наиболее безопасны. То есть сел, спокойно скатился, а санки – это всегда травматизация, кто-то может выскочить, поэтому
убираем, если есть возможность. Ну, кроме того, санчата и ковзани – это еще и леза. Конечно, это дополнительная небезпека. За повідомленням Українського гідрометцентру, власне, вже в Запорізькій області йде потепління, про що ви говорили теж. Опадів не передбачається, але на тлі температурного перепаду продовжиться ожелить і ожеледиться, тож рівень небезпеки все ще залишається жовтим. Як правильно ходити просто вулицею взимку, ви сказали, а як правильно рухатися, коли ти потрапив на таку ділянку, де суцільний лід? Ну, прежде всего, конечно же, не спешить сгруппироваться и иметь, как бы, сфокусироваться на том, что, возможно, ты упадешь. Когда ты будешь собран, то вероятность снижается. Тут я хочу сказать, что женщины и мужчины по-особому падают, да, и вот нужно понимать, что, допустим, женщины обычно падают на копчик, да, на пояснично-крестцовый отдел. И поэтому вероятность травматизации, разрыва связи между копчиком, крестцом велика. Помимо этого, бывают переломы нижнегрудных отделов позвоночника и верхнепоясничных. У меня сейчас, кстати, вот лечится пациентка, была на приеме, которая тоже пришла с болью в пояснице, как бы о факте травмы сначала не сказала, дали ей, ну, классическое лечение, а оно не особо помогает. Ну, потом уже после такого детального опроса она все-таки призналась, что вот недавно был факт падения. Я ее отправил на компьютерную томографию, там оказался перелом первого крестцового позвонка. Поэтому у женщин это классическое вот место травматизации. У мужчин наоборот. Они чаще всего падают навзничь, ударяя затылком, поэтому у них наиболее часто встречаются черепно-мозговые травмы, сотрясения, ушибы головного мозга и травматизація верхніх шейних відділів позвоночника. Ви зазначили, що руки не потрібно тримати в кишені. Холодно, більшість все-таки їх тримає, щоб зігріти руки, кінцівки свої. Який результат може бути, якщо ти падаєш і у тебе руки в кишені? Чи будуть переломи якраз кінцівок? Да, може, як чоловік згрупується, ця вероятність висока. Звісно, ми боїмося обмороження в такий період, да, холодний, і держимо руки в карманах, але краще, звісно, це перчатки, це найбільш безпечно. Опять же, коли ми падаємо, то не потрібно падати на витягнуту руку, тому что вероятность травматизации переломов лучезапястного сустава либо сустава в кисти очень велика. Да? Поэтому, если вы падаете, то постарайтесь упасть на бочок, сгруппироваться и не вытягивать руку. Тобто це вже окремі правила для падіння людини. Да, да. Вони однакові для всіх? Ви зазначили, що жінки і чоловіки падають по-різному. Тобто всі мають падати на бік? Да, да, это самое главное. Скажіть, чи рятують льодоходи і надіті на взуття? Бо, наприклад, можливо, потрібно якісь милиці, додаткові палички із собою мати, щоб підтримувати себе під час руху слизькою вулицею. На власному досвіді скажу, що дуже складно йти в них, особливо незвично, по-перше, там декілька кроків. Потім ноги починають звикати і є такий невеликий дисбаланс спочатку. Це може теж зробити так, що людина навпаки в льодоходах быстро впаде. Конечно, меняется двигательный стереотип, меняется ходьба, человеку непривычно, перегружаются мышцы нижних конечностей, и вероятность падения, вот первые шаги, тоже достаточно велика. На самом деле, голь на выдумку хитра, и наши люди умудряются, как говорится, придумать все, что угодно в плане компенсации ходьбы, и я вот когда читал в газетах и в советах, которые дают при ходьбе люди, и пластыри клеят, и одевают специальные, как они, вот, допустим, в туризме называются это кошки, да, то есть все то, что поможет им пройти это расстояние без, ну, снижая фактор риск травматизации. Поэтому каждый приспосабливается как может. Ну, на самом деле, даже вот взять палки, да, насколько это будет удобно, мне кажется, неудобно вот с палками ходить. И я не видел людей, да, которые вот по льду ходят с палками. Лучше не спешить, чем брать что-то вот то, що дополнительно може підскользнути, і ти упадеш. Якщо людина постійно ходить з якоюсь паличкою, потрібно на кінці набивати щось? Ну, це вероятність того, що ми уменьшимо, так, да, звісно, чому ні? Угу. Да.
Власне, є у нас коментар. Повернімося до початку програми про травматизм цих вихідних. І якщо ви стали свідком того, що людина впала на льоду або на слизькій дорозі, то начальник оперативно-диспетчерського управління Центру екстреної та медичної допомоги Владислав Долинний розповідає, що потрібно зробити, якщо ви свідок. По-перше, потрібно людину забрати з того місця, щоб, опять же, таки було безпечно. Якщо це, ви бачите, що є якась деформація кінцівки і так далі, то треба до приїзду бригади екстреної медичної допомоги в якому разі не рухувати тою кінцівкою. Ось так порадив Владислав Долинний, начальник оперативно-диспетчерського управління Центру екстреної та медичної допомоги, робити в разі того, якщо ви стали свідком того, що людина послизнулася і впала. Потрібно перевірити, перш за все, її стан. Лікар-невропатолог та вертебролог у нас в гостях Валерій Євдокимов. Пане Валерію, а що робити самій людині, коли вона впала? Ну, прежде всего, ощупать, ну, если, допустим, произошел удар, травматизация этого места, да, надо его ощупать. Если болезненность, попробовать осторожно минимальные движения в конечности, да, чтобы понять. Ну и, конечно, надо вызывать помощь, потому что ну, самому иногда мы не можем решить этот вопрос, да, допустим, если это ушиб головы, да, допустим, может быть, потеря сознания или, ну, различные тяжелые состояния, поэтому, конечно, надо вызывать помощь, однозначно. Що небезпечніше у світлі того, про що ми щойно говорили? Все-таки вуличні розваги, вулиця взимку чи перебування вдома на карантині ізольовано? Конечно, как я уже говорил, зимой риск травматизации увеличивается на треть, да, на 30%. Это большой риск, который связан с погодными условиями. Дома есть свои особенности, да, и, допустим, тот же самый карантин, то же самые локдауны, которые сейчас введены, они внесли свои, как сказать, приоритеты в болевые ощущения пациентов, которые у них сейчас возникают. Поэтому, конечно, зима увеличивает риск травматизма, это однозначно. Від чого сильніше страждає хребет? Все-таки від різких рухів, від пасивності, від неправильного розподілу навантаження, від чого? Позвоночник більше всього страждає від гіподинамії. Це факт. Це пасивність. Да, це пасивність, це відсутствие фізичної нагрузки. Наші міжпозвонкові диски со временем у них ухудшается кровообращение. И вот старше там, 15-16 лет кровообращение, когда уже сосуды облитерируются, которые питают позвонки, кровоснабжение обеспечивается за счет мышц, которые вокруг, и за счет самих позвонков, за счет замыкательных пластин позвонков. Поэтому вот движение, оно тормозит процесс дегенерации и разрушения дисков. Поэтому очень важна ходьба. Я всегда своим пациентам, которые с грыжами или с больным позвоночником, рекомендую ходьбу регулярную, как один из факторов, который тормозит прогрессирование заболевания. Сколько потребно ходить в день? Ну, все индивидуально, конечно, но... Как минимум. Ну, как минимум минут 40, час лучше погулять. Особенно, если погода способствует этому, поэтому, да. Щодо води. Пити скільки? Це теж впливає на стан наших кісток, стан нашого хребта? Да, водний режим должен быть абсолютно адекватным. Очень часто приходят пациенты, которые вот в расспросе выясняется, что они мало принимают жидкости, да, и как бы недостаток жидкости, конечно, влияет и на тонус мышц, и на улучшение общего самочувствия. Поэтому воду пить надо однозначно, много и с удовольствием. Ви зазначили, що з віком проблеми з хребетом можуть з'явитися. Як часто потрібно звертатися до лікаря, які аналізи потрібно проходити, щоб дійсно виявити, що вже є якісь непорозуміння зі своїм здоров'ям? Прежде всего, надо знать свой анамнез. Да? Если, допустим, у меня болит спина, я это знаю. И если эта спина, ну, эта боль в спине, она регулярная, она известная для меня, она появилась и прошла, да, это может быть связано с, там, со спазмом мышц, с переохлаждением, то
эта привычная боль, она пройдет. Это как бы вестник нашей жизни, да, вот в принципе мы живем, и эта боль с нами. Но если характер боли меняется, она становится другой, она не проходит, она возникает ночью, то, конечно, нужно обращаться на прием к доктору, либо к семейному врачу, либо к невропатологу. Очень важен первичный очный прием, потому что не всегда пациент может понять, какой регион нужно обследовать. Допустим, если у человека может болеть межлопаточная зона, а причина на самом деле в шее. Пациент этого не знает. И только врач при осмотре может это выяснить. Поэтому всегда нужно начинать с очного осмотра. Шия страждає від неправильного навантаження? Це, напевно, проблема більше жінок, у яких сумка на одному плечі, чи... Чому ще може страждати? Нет, шея? Неправильно шея... спати можна. Да, я сейчас розкажу. На самом деле, большую проблему играет, большой фактор вносит во все это гаджеты. Сколько мы проводим времени с гаджетами? Да, ну фактически, правильно, Юля, фактически каждый день и все свое свободное время, да? Вот я читал интересное исследование, что если представить, что, ну, в среднем наша голова весит 4-4,5 килограмма, да, это вот в обычном профиль. Если вы наклоните голову даже где-то 45-60 градусов и будете сидеть с гаджетом, то нагрузка уже будет 27 килограмм. То есть фактически воздействие на мышцы увеличивается в 4-5 раз. Но это очень много. Поэтому гаджеты – это враг, как говорится, нашего организма. Помимо этого, конечно, это наши стереотипы, наши привычные жизненные стереотипы. Как мы встаем, какую руку перегружаем, вот на какой руке носим сумку. Вот таких нюансов очень много. Да? Сколько мы проводим времени за общением за телефоном. Да? Підбори для жінок – це теж небезпека додаткова. Ну, це все нагрузка, звісно. Не можу все-таки відкласти гаджет, хоча і хотіла, бо є питання від нашої слухачки. Інна запитує, чи в ситуації зі сколіозом може допомогти корсет, чи вирішує він, власне, повністю цю проблему, чи потрібні додаткові масажі, особливо якщо це початкова стадія, дитині 8 років. Да, лучше всего начинать с осмотра у детского ортопеда-травматолога. И нужно понимать, что при сколиозе всегда происходит перегрузка мышц. То есть, если это S-образный сколиоз, то вот куда дуга повернута, то та сторона перегружается чаще всего. Поэтому, чтобы минимизировать неприятные ощущения, которые есть у ребенка, всегда нужно начинать с массажа, с расслабления вот этих спазмированных мышц. И в таких мышцах очень часто формируются так называемые миофасциальные триггеры. Это участки локального спазма, которые при неправильном двигательном стереотипе, при неправильной нагрузке, они сохраняются в течение довольно-таки длительного времени и являются нашим спутником в течение всей жизни. И, допустим, если у мышц есть эти триггеры, вы дали какую-то неоптимальную нагрузку, там, переохлаждение, стресс, эмоции, именно эти триггеры обострятся и вызовут спазмирование мышц и усиление болевого синдрома. Поэтому, чтобы не прогрессировало, нужно убирать эти мышечные спазмы. Питання є ще одне від Олександра. Чи можна носити корсет, якщо у людини хвороба нирок хронічна? Тут интересный вопрос, да. Есть такое понятие, опять, какая патология почек? Да, вот буквально вчера была пациентка у меня с опущением почки, да, и это опущение, оно в течение нескольких лет прогрессирует. То, конечно, учитывая, что почка находится в мышечном ложе, да, ложем ее является подвздошно-поясничная мышца, то слабость этой мышцы способствует тому, что происходит так называемый нефроптоз, опускание почки. То, конечно, здесь главный не корсет, я считаю, а именно занятие лечебной физической реабилитацией, которая будет направлена на стимулирование этой мышцы, на усиление ее тонуса. Це можна робити вдома, чи обов'язково спочатку треба у лікаря, а потім вже продовжувати вдома? Лучше, конечно, консультация врача, и этим занимаются физические терапевты, реабилитологи, они этому обучаются, есть различные упражнения на каждую группу мышц, поэтому важно правильно заниматься, не перегрузить соседствующие, либо мышцы, которые могут, наоборот, способствовать усилению, есть антагонисты, есть синергисты, поэтому вот только там, врач или реабилитолог может вас научить правильным упражнениям. Артем написав, зараз дуже багато приватних центрів, вони пропонують вирішити проблеми з хребтом за 10 днів. Чи дійсно можна
це зробити. Сейчас сформировался у нашего населения такой стереотип, я уже не раз об этом говорил, что если болит спина, нужно сразу идти вот в центр, где куча тренажеров, да, и сразу заниматься. Это все, конечно, хорошо, но если у пациентов грыжа, если у пациентов острый болевой синдром, то, конечно, это категорически делать нельзя. Произойдет только усиление болевого синдрома. Прежде всего, консультация врача, снятие боли. И когда наступает уже ремиссия, тогда, когда нет боли, тогда можно обращаться в такие специализированные центры. И я, конечно, тоже направляю своих пациентов, чтобы они занимались лечебной физкультурой, если у них есть возможность и время. Это очень важно, и это способствует тому, что не будет дальнейшего прогрессирования. Вот это самое главное. Сколіоз – це лише дитяча проблема, от як запитала Інна, що дитині 8 років, початкова стадія. Чи все-таки це і проблема дорослих, особливо, коли ми працюємо багато сидячи, якщо це робота за комп'ютером, одна рука знаходиться трішечки вища за іншу. Як бути? Що знати потрібно про цю хворобу? І наскільки це небезпечно? Чи безпечно? Скажу так, что как бы я в основном занимаюсь профильно именно такой когортой пациентов, вертеброгенной, то при осмотре я видел мало пациентов, на самом деле, у кого нет сколиоза. Да? То есть первая степень, вторая, в той или иной степени он преобладает. Это чревато, как я уже говорил, как раз перегрузкой мышц. Поэтому что нужно понимать? Что если у ребенка есть сколиоз, вы его заметили, то нужно обращаться к доктору для коррекции и подбора индивидуального лечения. Потому что вот те сколиозы, которые приходят уже во взрослом времени, во взрослой жизни, это в основном те как раз нелеченные сколиозы в детстве. Поэтому если есть возможность профилактировать и убрать, то, конечно, нужно заниматься. То есть доросла людина, в принципе, не может набути такую проблему. Это все идет с детства. Это все идет с детства, да. Во взрослом состоянии человек может только усугубить его, который уже имеется, да, либо вызвать перегрузку мышц из-за длительного сидения, за счет спазмирования. Поэтому все, как я говорю своим пациентам, дерево уже выросло. Дерево нужно было подвязывать еще в детстве. Теперь надо только давать условия, чтобы оно облегчить те состояния, те ощущения, которые дает нам сколиоз. То есть мы уже боремся со следствием. Валерій, якщо людина не ходить, як підтримувати функціонування хребта? Это интересный вопрос, да, очень такой насущный, потому что много обращаются пациентов, пишут в социальных сетях. Прежде всего, я всегда рекомендую хотя бы раз в году курс массажа, потому что спазмированные мышцы, они только усугубляют течение различных заболеваний. Поэтому если есть возможность пригласить массажиста на дом и пройти курс массажа, это будет только отлично. Второй момент. Делать легкие упражнения, да, на растяжение мышц может человек дома. Это не есть проблема, ну, кроме тех, у кого какие-то функциональные ограничения. Поэтому сейчас много упражнений в интернете. Всегда можно посмотреть, почитать отзывы и попробовать. Если у вас это упражнение не вызывает боль, то продолжайте его делать. А если вы еще чувствуете улучшение, то вы попали в яблочко, как говорится. И из такого простого, что еще, да, это аппликаторы. Вот есть аппликатор Лепко, я его очень люблю, всегда рекомендую своим пациентам. Если где-то возникло болевые ощущения, легли, полежали на аппликаторе, и мышечный спазм уменьшається. Поэтому это тоже такая вот скорая помощь при болевых ощущениях. Олена цікавиться, якщо звернутися до послуг масажиста без візиту до лікаря, це може нашкодити? Конечно, може, потому что масажисты не всегда знают, что есть грыжа у пациентов, а если нету, допустим, врач, как вот, да, когда пациент приходит к врачу. При неврологическом осмотре мы можем найти те симптомы, которые говорят нам о грыже. Это онемение, это мышечная слабость, это симптомы натяжения. То есть доктор уже прицельно видит. Это как бы такой красные флажки, красные маркеры, которые говорят нам о том, что нужно пойти на обследование. Массажист этого не знает, поэтому он может сделать массаж, боль может усилиться. И второй момент, который очень часто бывает, вот приходят пациенты и говорят, после массажа мне стало хуже. Вроде бы классический массаж, да, не было каких-то мануальных техник, ничего. Вся суть в том, проблема, да, что вот в мышцах находятся вот эти триггеры, так называемые, и неправильные техники массажа могут только их активизировать. В мышце есть участок локального спазма, мы его, грубо говоря, размассажировали, так вот
сильно простимулировали, мышца сжалась, и у пациента усиление болевого синдрома. Поэтому тут нужны спеціальні техніки роботи з тригерними точками. Тобто періодично все таки варто відвідувати лікаря, якщо хочеш звернутися. Да. Ну що ж, друзі, хотілося б побажати, щоб ви тепер менше брали до рук мобільні телефони. Ну, як мінімум, піші прогулянки були у вас від 40 хвилин. Друзі, ну і ще стежте за тим, де ви рухаєтеся і як ви рухаєтеся. Бережіть себе за будь-якої погоди, пийте чимало води і, власне, робіть невеличкі вправи, аби ваш хребет залишався здоровим. До цього закликав лікар-невропатолог-вертебролог Валерій Євдокимов у рамках програми «Між нами». В студії працювали Олександр Пашненко та Юлія Сафронова. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».